Обычно в преддверии Дня Победы коллектив Центра детского и юношеского творчества готовит большой праздничный концерт. Нынешний май не стал исключением. На вчерашнем песенно-танцевальном мероприятии в ЦДЮТ побывала и наша съемочная группа. Открывали праздничный концерт воспитанники студии современной хореографии «Эвиденс». Облачившись в костюмы цвета хаки, танцоры исполнили один из своих коронных номеров – «Солдат». На сегодняшнее мероприятие мы, конечно же, пригласили всех жителей нашего города. Но большой акцент мы сделали все-таки на наше подрастающее поколение, так как именно им нести дальше флаг победы, который водрузили на рейхстаг наши советские воины. Огромная благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны. Конечно же, все вот сегодняшние номера, они тематические, они посвящены тем временам, когда наш народ защищал свою землю, и мы гордимся этим до сегодняшнего дня. И надеемся, что наши дети сохранят все наши традиции на будущее. Программа праздничного концерта была составлена из 14 пунктов. Само собой, коллективы Центра творчества подготовили не только танцы. Хореографию традиционно дополнили вокалом. На праздничном концерте звучали исключительно песни о войне. Выходили на сцену и юные чтецы. Декламировали стихотворения, разумеется, тоже посвященные теме Великой Отечественной. Концерт, по мнению Оксаны Дорошенко, в итоге получился очень душевным. Пусть зрителей в зале в этот день и было немного. Завсегдатаи подобных мероприятий в ЦДЮТ, как всегда, не скупились на аплодисменты.